Час яскравых перамог усё бліжэй. С 21 по 30 червеня у Беларусі пройдуць другие европейские гульні. Об падрыхтоўцы до масштабного мультиспортивного форуму рассказали представники дирекции гульняў. Сустрэча отбылася у гомельскім аблвыканкаме. Подрабязнасці у Максима Савіна. 50 краин, 15 видов спорта, амаль 200 комплектов медалей и больше, как 4000 спортсменов. Беларусь николи не примала настолько масштабные спортивные мероприемства. Не глядя на это, организаторы обещают, что гульни пройдут на самом высоком уровне. Важным этапом подрыхтовки до форуму станет эстафета полымя миру. 3 мая факел отправится с Рима у Беларусь. По дороге он побывает на самой высокой кропце Европы – горы Монблан. У нашу краину полымя прибудет 11 мая. Маршрут эстафеты пройдет по всех областях Беларуси. В Гомельской области полымя будет находиться с 5 по 10 червеня. Факелоносцами станут свядомые уродженцы и жыхары нашего региона. Эстафетой пламени мира мы открываем всю страну не только нам, да, потому что мы понимаем, что многие, может быть, там брещане, гридничане не были в Гомеле или наоборот. То есть для нас это отличная возможность открыть всю страну, прежде всего для себя, и в том числе, учитывая наши большие возможности, показать ваш регион, всю страну на европейскую аудиторию. Высокую планку гульням повинна задать церемония открытия, якая пройдет на стадионе «Динамо». Организаторы секретов не раскрывают, однако запевнивают, что это будет феерично. Запланованы выступления зорок сусветного масштаба и шерах інших сюрпризов. Постановкой церемонии занимается команда, якая працавала на открытии и закрытии зимовых олимпийских гульнях у Сочи. Не все элементы шоу покажут по телебачению, а тому лепш поспробовать убачить на уласные очи. Достатково набыть билет. На их засталося не так шмат. До речи, билетная программа других европейских гульнях довольно демократичная. Кошт от 5 до 50 рублей. Так что подтримать белорусских спортсменов особисто, а сярод их обовязково будут и представники нашего региона, может каждый. Набыть билет можно у официального билетного оператора гульня у Ticket.pro. Позаботиться о приобретении билетов лучше заранее, потому что на многие сессии билеты уже начинают подходить к концу. Они пользуются очень сильным спросом, как и среди белорусов, так и среди иностранцев. География продаж более 28 стран. Причем есть и приобретение и из стран арабского мира, и из азиатского континента. Люди едут сюда посмотреть вообще Беларусь и Минск, и мы ожидаем огромное количество туристов. С 21 по 30 червеня за баталиями на минских спортивных аренах будет сочиться не только вся Европа. Правы на трансляцию спаборництва уже выкупили 115 краин. И это еще не опошние личбы. Самое главное, что каждый белорус может стать часткой этого масштабного спортивного свята, якое обовязково войдет в историю не только нашей краины. Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».